ночь облака. Ночь облака, ночь, ночь облака, пока. Друзья, я завтра буду в Греции. Сегодня буду в Белграде, Сербии. Сура Турбинович, где? Ночь, ночь облака. О, Мага, здорово. Ты кто? Это кто, йоу? Глянь, ключи, а? Какие заглушки, что такое заглушки? Что ты будешь делать? Ты просто прогуляться по городу. Самый бесполезный охранник, самый тупой. Открывай ворота. Ну, давай, да. Не шарит. Ворота открывай. Не, открывай ворота. Ну? Открывай, ну. О, Катя шарит. Блин, друзья, как шеи починить быстрее, кратчайшие сроки. Приехала суета, о. Денчик, за руль садишь? За что? За руль. Только если аккуратно. Потому что машина уже, можно сказать, попробована. Не, она по факту, она продана. А за нее деньги еще не уплочены? Уплочены или не уплочены? Уплочены. А как кто не оказался откуда? Вот так. Ля, ебать ля-ля, брат. Я слышу. Пошел ты. А это какая из? Это которая Лена Кушна. А что за номеров, давай поставим? Брат должны были быть. Так где номеров? Они скручены, не трогай, пускай так зачитаю. Ты что, придурочный? Номеров нет здесь. А, реально нет. Давай. А, это ужасный, знаешь, кстати, магнит? Это лысого. О! Это ужасный магнит, отвечаю обратно. Почему ужасный? Ну, они типа... Вот такие же я поставлю себе. Плохо держит. Слушай, плохо держит, я на ней 300 ехал, ты что, дебил? Да. У меня, понял, другие стояли. Охренеть, плохо держит, брат. У меня другие стояли. Помнишь это вас? Типы показывали в красе конкуренты. Абреры подъезжали. Брат, я вообще не делал. Это зачем здесь? Да я ебу, блядь, что, моя раз машина? Сходи. Давай, давай. А кум сел? Толкать надо? Шмайки, ебать, поправляет мне машина, да. Ау, бля, брат. Техничка тоже моя, брат. Тормозные накладки. Фу, что это такое? Что, не работает? Да, Москва сияет. Ебать. Руль за 300 лезет, да. Вся Москва, си. Нормально, держи камеру. Дэн. Чё? Как ты в WhatsApp? Нормально в WhatsApp. Машина Латвина. Бля, Латвин! Нет, машина чья-то из вас. Кстати, фальшивка. Как это? Призрак, Райм 4? Не знаю. Кто? Ну, надо тот спот пройти, который о вас не смог. Это какой? Смог. Не смог. Почему гирлянда горит? А где Ренат? А вот он. Ренат! Ехал. Выключи свет, чтобы вай был. Подожди. Какой свет вырубит? Не, темно, даже вам или нет? А, пацаки. Ряйте. Иди на логово, газ. Надо. А ну-ка, если я вам сделаю вот так и вот так. Да, все равно трясить не будет. Ма! Донат! Поехали в крысиное логово, хочешь? Я говорю, поедешь в крысиное логово, шма? Я за тобой. Шма, разворачивайся тогда. Разворотку. Стойку? А, здесь нету, прикинь. Не, не, есть. А, да. Здесь такая. А, есть такая. Полуслик. Бля, боком хочу поездить, знаешь? Немножко или нормально? Умоляю, как вчера на самокатах боком ездили? Заткнись, но не пока, не полипло. Спонсор вашего хорошего настроения и ярких эмоций – Majestic Roleplay. Это уникальный онлайн-сервер на базе GTA 5 с десятками тысяч игроков, имитирующий реальную жизнь. Присоединяйся и развивай персонажа, знакомься с другими игроками и стань тем, кем всегда хотел. На сервере тебя ждет главное летнее событие в GTA Roleplay – летний Battle Pass на Majestic. Подробности в описании к видео. Почему? А, реклама, резкая реклама. Теперь чё, блядь? Сейчас чё? Теперь чё, блядь?
тормоза есть. Тихо, там идти, Меркуна цедут. Аккуратно, брат. Меркуна цера. Выстрелил почему-то, не знаю. Ну реально, посмотри, как они на самокатах ездят. Ну вот посмотри, что делают. Я ж прав был, брат. Я их вижу за километр. Но мы не мешали кому, в три ночи ехали, никого не было, дорога пустая была. Да дверь все закрыта, ошибки просто, гирлянда горит, как ей покать. А реально, прикиньте, не закрыто. Здесь да, же доводчиков. Доводчиков же здесь нету. Я тебе привык, понял, брат? Как с ними нагло споришь? Так не, понял, там ручник горит, еще что-то горит. Не, я привык, после того, что эти липучки, ну есть. Доводчик. Радио, давайте Bluetooth включим. Я радио поправляю. Ладно, все. Пацаны, кого вы радио поправляете? Вы что, такой вайб, понял, взяли? Короче, с паханом, не эти радио слушайте, ретро-ФМ. Бля, это рот ебал. Как ты меня там... Не пошла, ра? Я отпустил, но она не моя машина. Правильно. Это не моя машина. Она еще как шла, знаешь, хорошо идет это. Бля, Латвину на розыгрыш везем, знаешь? Чья-то из вас машина, пацаны, в чате. Одна из плохих. Дай бог, дай бог. Бля, давай коллабу с кем? Ренат сзади едет. Не, а как назовем его? Спешу так. Не, реально нормальное название, ты че? Да? Да, красиво. Я походу знаю, где это. Ничего ты не знаешь. М3 или М4? Не, ну это М3? Платформа, понял? Типа платформа, понял? Это, по-моему, рулежка. Картинг, нет, как картинг? Да, реально картинг. Тихо, брат, это встречка, да, туда. Туда, брат, туда. Клюшек сейчас туда поехал, а ты чаще туда поехал. Братик! Думаю, Ренат поехал. А вон Ренат. Не сможет взять его в заложники и попытаться сфотографировать. Как ты снимаешь? Это мальчик, это психологический ход. Умоляю, как вам подсъем, пожалуйста, скажи, что это красиво было. Крыть у меня вот все лицо просто в слезах. Сейчас еще посним нормально. Я вот так в окно вылажу и все, и скайп. Сейчас посним нормально, Рената. На полувысунутых. Красиво было, друзьяшки? Красивое логово, вот оно, бля. Ебать, атмосферно, бля. Одна Ой, только, да? Кто-то сидит в машине? Не знаю, но все равно, пофиг. Не-не-нет-нет-нет, такого пусто путь. Запах вкусный. Фу, говно едет. Нормально. А Ренат будет? Ренат! Он не открывает, да, сокна специальные? Да. Что? А? Башка боится, брат. Не, пыльно, имею в виду, брат. Не видно его. Ной. Ты что, не слышал? Нет. Как в ГТАшке, да, что офис был под мостом? Да, тоже. да, вот он, брат, кресина логово мое. Вон там офис, здесь парковка моя. Идем за мной, пока. Офис конченого перекупа, сурика. Вот он. В
Вот, пожалуйста, вот. Метро тоже здесь, блядь, построено. Метро тоже удобнее, рядом, вот. Садишься вот здесь и бежули. Пиздец, как понял, вот сидишь, загрузился, думаешь, бля, пойду. Ебану по городу боком. Похуярил боком по городу, прямо-прямо. Поехал сюда, покрутил тоже, весь парсу выдул. Сел, подумал, поразмышлял, понял, такое место. Так, всем добрый, доброго пожаловать. Добрый гонщик. Вот видите, здесь как чисто. Чтобы я пришел, здесь так же чисто было. Ни мусор, ничего не было там, резин, такие вещи. Вот машину здесь нельзя парковать сразу, парковка там. Давай здесь покручу ее. Не получилось, рапорт перешел. Никому не мешаешь, люди здесь не спят. Как это сказать, типа здесь метро. Не метро, спальный район. Нет, нигде домов здесь нету, все равно. Краси налогово мое, брат. Шман, в целом, как тебе место, да, Шман, нормально? Хорош, да? Похудел. А здесь выезд есть напрямую? Не, брат, никто нельзя так делать. Мань, не, просто запрещено, брат. А что на поток круто, оттуда выйти, брат? А? Там бордюр кабутки, знаешь? Да, бордюр, брат, бордюр. Прямо отсюда выйдут, понял? Чепс. А зачем, брат? Не, это если это тогда уже не крысиное логово будет, брат. Бля, только в туалет я сейчас еще не придумал, понял где? Вот. Ешма. Ох, бля. Что-то упало. Не хочется со стримом? Да, когда фоткали. Да. Знаешь, какой кадр тоже красивый был? Да, Ренат, если бы... У тебя резина была бы чмошная, я бы тебе показал место, еще одно резиное, понял? Хороший спот, влево дать, вправо и в поворотах. Ракурсы. Дело от вина этот спот? Да, дело поправляет. Там вообще никого не бывает. Да, поправляет то, что с 11 выяснилось. Я тоже. Это Ашок заебал. Ехала? Бля, там очень много полиции на трассе, прям очень. Так я тебе говорю, пусть они в Крыси логово приезжают, брат. А далеко сюда ехать? С трассы? Да нет, брат. Вот там на остановке встречаешь, сюда приводишь, глаза закрываешь. А на машине тоже глаза закрываешь. Шмак, клянусь, брат, если сейчас ты меня защитил, я беспокоюсь. Брат, что за брат за базарит за железо, за диски, блядь? За резину. Резину. Бля, нет. Бля. Да не скажешь, что нет. Брюнетка и блондинка, лишь бы узкая дистанция. Все нули на... Я тело, брат. Хуй, блядь, у тебя ремень здесь, дебил, блядь. Ёбаный. Все, пожрапал? Все. Натал шма. Бля, не узнаю Рената. Раньше как исполнял, сейчас позер. Раньше Ренат ебашин исполнял, брат. Бля, сейчас. Меня успокоили, нахуй мне это надо было. Тогда не такие масштабы были, брат. Бля, это крыси налоговые, здесь может что по кайфу делать. Как он подъезжает, говорит, сейчас дверь откроет, окно открывать не будет. Рина! А что будет, если окошка спустить? Не надо, брат, машина чистая. Рена, шма, поехали, похуй. Сейчас они приедут сюда. Бля, срать хочу. Хочешь я, брат, хочешь на меня требования возьмем? Да, реально. На мои права? Да. А Гео сказал, можно есть Гео. Я говорю, я могу с российскими правами сесть за машину грузинскую. Да ну на уши. А у него перевода нету этих прав. Вообще ему за это выписать. Декларант вообще мой. А, то есть ты когда ВОЗ оформлял, только тебе и по хану, да, можно ездить? Декларант, мама. Короче, не оформим даже на меня, прикинь, что не получится. Нахрен ты дальше, блядь, дебил. Бля, как здесь атмосферно, брат. Там вот рот ебал, здесь вот просто ты садишься, понял? Биржа, да? Здесь штучек переносной садишься. Вот так садишься и, короче, мыслишь, заглушил на машину, брат. И думаешь, понял, о жизни, бля, думаешь, бля. Мага пишет довести. Как кайф, брат. Мага, шмат, знаешь, брат, Кристина Логова? А, у тебя далеко ехать, да? Да, давай лучше в Заэре встретимся с Магой. Да, лучше. Вот машину пацан тогда отдаем. Блядь, Мага знает Кристина Логова, прикинь. Бля, по-любому здесь тёлок ебал в машине. Это охуенное место, чтобы тёлок ебать. Реально? По-любому, брат, здесь охуенно. Здесь удобно, понял? Бля, реально хорошее, брат. А? А куда морда ставить надо, чтобы удобно было? А морда нахуй тебе нужна? Ты чё, машина? Мага, ты до меня знал Кристину Логу или после? Типа, чтобы жопа была не видна. Бля, реально, брат. Здесь паркуешься в бункере? Мордой прям вот эту хуйню. Сука, прикинь. Он поел прям туда. Он знал место, это до меня не показал мне его. С крысы. Спаси. Да, из класса. А, он взял свою цешку. А, убил. Ебать номера. А, это они есть, блядь. А это кто шма? Это 193, не видишь? Кто еще, может, Надимыч, блядь? Охуеть. Это кто? Гангстеры, брат, Рафо. Рафо гангстерито. Брат, как тебе крысиное логово? Нормально.
Ебаня, как вы так вышли, блядь? На него, блядь. Надим. Да, брат. Как ты? Ебать вас толком. Приветствую, брат, Самвел. А это чья, брат, машина? Надимыч, ты ее взял? Да. Да, поздравляю, брат. Да, заебу, заебу тебя поздравлять. Так, карбон керамика нету. Белый салон есть. Хорошо, шма, хорошо. Наводчик есть у них или нет? Надим, здесь боком один надо покрутить, брат, по-любому. Надо здесь по-любому один раз покрутить, брат. Здесь, понял, нельзя просто так их надо покрутить, да, и только понял, тогда. Да, да, брат. Как он адрес спалил здесь. Бля, ебать звук. Все. Надим, допуск уровень 1, брат. Ну, типа, самый высший уровень 1. Крысина через И пишется. Крыса. Шмай, крысина пишется через И. Крысина. Хорошо. Надо навигатор отметить на место. Ешка, 63-й смотрит, Сешка. Ну, брат, как тебе машина, брат? Рената. Да Рената машина? Да, я же видел. Надим, как тебе, брат? Мои диски, это мои диски, брат. Я ему подарил, да? Ну как подарил за 200 тысяч, да? Дарю. Брат, смотри, вот только честно скажи, за диски, резина Michelin Pilot Sport круг целки 22 года, свежак, понял? И за диски, как думаешь, сколько цена вот нормальная? Ты же сказал 200. А, нормальная? Нормальная, да. А ковка диски? Да, оригинальный Brixton, брат. Я не знаю, кто такие Brixton, но, наверное, да. 1350. Рина! Шма, там, короче, зарплата пришла. Зарплата? Да. Диски, говорит, не подходит. Что говорит? Бля, прикинь, это залагало. Брат, поехали в ЗР побрать машину. Да, да, поехали. А, Маган, езжай тогда в ЗР, брат, тут? Да. Так, друзья, Джан, вы забираете, да, четверку, все. Бля, подожди, брат, надо сначала вещи собрать, потом в ЗР машину скинуть, брат. Так грамотнее было. Да, вообще похуй. А, нет, давай скинем, да. Да, лучше машина от одного дела такого, понял? Да, да, да. Чем поедет на машине, машину припаркуй, да. Забери в ЗР. Три, 3.20. Также на 2.20 поедем, так с такой же скоростью. Да, что? Не, продали? А? Продали? Не, просто его пока дома нету. А. А, он по телкам лет? Кто? Такие, как в этом, как в трансформерах, понял, машина уехала от Тани. СМ8, подожди, СМ8 на что ты обменялся? На М4. СМ4 на что обменялся? На ЦФ. Бля, следующая приора, походу, не больненькая поехала. Бля, хочу, пиздец, предлагайте варианты. С оплатой. Блин. Ой, здорово. Прикинь, чуть это... Чихаешь, как, не знаю, как кошка, брат. Что ты сказал? Где вот это вот на весь мозг? Нахать тебе было, что аж со второго это раз. Брат, я не знаю, брат, я вообще не знаю, где сейчас моя жопа тянет. Счастливого пути, счастливой дороги. Спасибо, друзья, спасибо. Да, брат, не надо. Двигаем, брат. Двигайся, двигайся. Ребят, все, внимание. Мы покидаем крысиное логово. Что случилось, брат? Подожди зарядку. Ренат, Ренат, Ренатик. Догоняю, иди сюда. Бля, плюс рэп Ренату за то, что купил машину на люке. Удобно, короче, фильмить. Бля, да ну нафиг, брат. Бля, зарядку сломал. Бенчик. Что, призовик? Магомед. Самуил. Алекс Саламов. ЕРЛ. Нормально все, брат. Сегодня грек, завтра венгер. Венгер. Не, вены еще есть. Веда, да. Да, завтра, позавтра сердце. Шмак, карбон керамику надо снять. О, как мне машина. Хорошо. Худешу. Карбон керамика, блин. Ой-ой-ой. На кенгуру. Шма, а что за дерево у него в салоне? В салоне, что за дерево у него? Не видел, но это ужасно.
самом деле. Какой индивидуал, брат, это дерево? Нет. Сервант видел? Ебать, это как? Первый раз вижу. Ебать, Ренат машину затюнил. Брат, люк. Мага стейдж 1 или мага стейдж 2 сейчас? Папа фейстайм, папа ватсап. Ого, ничего себе. Ого. Тоже там играют пацаны. Папа фейстайм, папа ватсап. О, о, что это такое, моя машина? Какая же она красивая, брат. Офигенная просто. КЗ. О, фару нет. Это на посадке так? Папа фейстайм, папа ватсап. О, о. С крысом в колесах это, брат. Колеса с крысом. Да, это тоже. Ой, это ростика? Ну, у брата, в смысле. Если хлядийский, да. Да, ихняя машина. Что они делают, интересно? Фу, а зачем такие детские поставить? Заводский дебиль. Это завод? Папа фейстайм, папа ватсап, папа скайп, папа фейстайм. О, Сапара машина. Есть. Вот. Как тебе рейс-фары? Спид, спид, спрайт. Акрап. Блин. Симпатично. Лазер сзади стоит, смотри. Нифига себе. Опа. Зера серый раз спалил, смотри. Опа. Зера серый раз спалил, все. Папа в скайп, папа фейстайм, папа ватсап. Бля, может карбон керамику ростика снять? Бля, он все равно спит сейчас.